новости. 14 марта в Конгрессе США состоится встреча с президентом Арцаха Бакасакяном. Анонс встречи уже опубликован, и, наверняка, туда придут члены армянского кокуса Конгресса. Недавно в Европарламенте состоялись мероприятия с участием представителей Арцаха. Армины Алексанян, замминистра иностранных дел Арцаха, заявила в Европарламенте: «Карабах – это страна, а не конфликт». В Азербайджане крайне негативно отнеслись к информации о политических шагах Карабаха на международной арене. В азербайджанских СМИ даже ощущается некоторая паника. Являются ли встречи карабахских официальных лиц в Европарламенте и Конгрессе США признаком изменения отношения мирового сообщества к карабахскому конфликту? Чувствуют ли в Баку это изменение, пытаясь показать свои агрессивные намерения с помощью учений? Международному сообществу пора приветствовать Нагорно-Карабахскую республику в семье народов. Об этом в статье в The National Interest пишет бывший посол США в Армении Джон Ф. Ванс, касаясь предстоящего визита в США президента Карабаха Бакасакяна. Значит ли это, что армянская сторона меняет политику в карабахском регулировании? 20 лет переговоры ведутся на основе предложений сопредседателя Минской группы ОБСЕ, однако их бесперспективность становится все очевиднее. Армянская сторона ужесточила позицию, устами нового президента Армении Армена Саркисяна заявив, что Армения должна требовать все. Азербайджан говорит о намерении поскорее сесть за стол переговоров после выборов в Армении и Азербайджане. Почему спешит Азербайджан? Чего опасаются в Баку? Может ли суббота прийти раньше пятницы, то есть, может ли признание состояться раньше урегулирования? Эксперты говорят об изменении политики Степана Керта. Назначенный в прошлом году министром иностранных дел Масе Смайля не раз заявлял о том, что, наряду с участием в переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, следует также добиваться признания независимости Арцаха. Независимость Арцаха может признать и Армения, если Азербайджан будет слишком агрессивно себя вести. Даже оппозиция в Армении предлагает создать Министерство интеграции с Карабахом. Об этом заявил депутат от блока Царукян, Микаэл Милкумян. Армения также может подписать с Карабахом соглашение о безопасности,